Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня у нас вторая серия вот этого вот джемпера. Девчонки, отвечаю на комментарии, пока еще не забыла. По поводу пряжи, там девушка одна написала, что вот этот аналог купить тоже невозможно, чему я не верю. Это достаточно распространенная фирма, Yarnart Allegro называется пряжа. И я бы сказала, что она не такая, чтобы редкая. Вот. Во всех интернет-магазинах она есть. Кто с Украины, можете, пожалуйста, обращаться к нам на телефончик, или у кого есть Инстаграм, в Инстаграме есть у нас. Кстати, 706 номер, вот это Allegro, это 715. Здесь у меня представлен цвет 715 розовый, но есть там и серые, девчонки, поэтому... Пожалуйста, обращайтесь. Образец я из нее связала, она достаточно похожа, очень похожа, поэтому рекомендовала уже. И еще что я сделала, девчонки, смотрите, я связала образец, и он вообще похож. Ну, вообще похож, и та-да-да-дам, это Alize Angora Gold, 80% акрил, 20 шерсть, всего лишь цвет 208 серый, в два сложения. И по плотности он похож, два сложения, и по визуально похож, так что не надо мне говорить, при желании можно заменить все и бюджетной пряжей. И можно вязать не только из дорогой пряжи. Вот. Это мой вердикт. Так, по поводу пряжи сказала. Значит, теперь, девчонки, что еще хотела сказать? Хотела измерить плотность вязания. Потому что в первом видео, ну, оно было такое техническое, да, там больше по схеме я прошлась. А тут по плотности вязания, сейчас я вам скажу. Значит, в 10 сантиметрах, 18 петель в 10 сантиметрах, и рядов у меня 22 ряда в 10 сантиметрах. Вот, пожалуйста, поэтому ориентируйтесь. Спрашивала девушка, как уменьшить размер. Можно уменьшить, я достаточно свободно вязала. Вот весь прикол в этой кокетке. Ну, то есть, если уменьшить, то нужно просто туже вязать. Может, потоньше пряжу какую-то взять, сделать его тоненьким. Может, кстати, неплохо будет из пуха-норки маленький размерчик. Вот, будет очень красиво и нежно. Далее, еще хотела одну вещь вам сказать. Девчонки, это я уже вяжу, это все будет в этом видео. Просто я предварительно вас предупреждаю, прежде чем я начну там куски склеивать процесса моего вязания, что я вязала удлиненным регланом. Вот, что хочу сказать, мне безумно нравятся вот такие вещи, кокон и этот удлиненный реглан, и они такие уютные, мягкие, они такие уютные, прям, но в куртку-то вы не влезете в ней, поэтому вы сначала, прежде чем вязать, подумайте, для каких у вас будет... цели этот джемпер, и куда вы его будете носить. Если вы планируете его носить сейчас, девчонки, вяжите обычный реглан, потому что потом вы никуда не втискнетесь в нем, разве если у куртки такой же рукав, есть такие модели. Поэтому если у вас вот эта куртка, круг, мандаринка, арбузик, вот тогда да, а если обычная куртка, то вы туда не влезете. С таким кроем. То есть вязать нужно обычный реглан, в котором добавлять нужно через ряд, а не через три, как у меня здесь. Вот этот момент. И он тоже будет красивый. Не волнуйтесь, не переживайте, свитер будет красивый. Все. А теперь вяжем дальше от вот этой точки. До этой точки. Это наше первое видео, на которое я оставлю ссылочку под видео в описании. Под видео в описании также еще будут ссылки на Инстаграм, телефон, где можно купить пряжу в Украине. Не вот эту, а ту, которую я рекомендовала, как бы заметить. Забыла. Не забываем ставить лайк, комментарий, поделиться. Может, кому-то видео будет полезным еще, кроме вас. Поэтому делимся. Вот в группах, на своих страничках, в группах. И моя огромнейшая благодарность вам за это. Все, мы начинаем. И сегодня мы будем разделять на регланные линии. Это все дело в первом видео. Мы вязали саму кокеточку попетельно. Поэтому, кто не вязал, будет ссылочка под видео. Переходите, смотрите.
Вот, а сейчас мы разделим это на реглан, значит, и будем вязать далее джемпер. Значит, у нас всего 12 лепестков, по 2 лепестка у нас пойдет на рукав, вот, 2 лепестка, 2 лепестка, и по 4 на переднюю и заднюю деталь. Почему так мало на рукав? Потому что так мало. Так я решила. Вот он, вот он, вот он, мой рукав. Я обозначаю просто вот так вот. Или нет, я все-таки обозначу вот так. И так, вторая. То есть вот я отмеряю вот таким вот образом, как бы один раппорт, второй раппорт. Получается вот так вот. Здесь половинка лепестка. 2. Теперь 4. 1, 2, 3. Вот. Половинка четвертого. Наверное, я вас запутала, но мне хочется, чтобы по центру рукава был как бы лепесточек по плечику. А не вот на это попадала, а именно на лепесточек. На плечике, поэтому я вот так вот делю по вершинам, да. Вот так считаем вот эти вот две ячейки у меня на рукав. Здесь 1, 2, 3, 4, 2 рукав, 1, 2, 3, 4, передняя деталь. Зад, вперед и зад мы потом будем определять потом. У нас будет азиатский росток, поэтому я сейчас просто на спицах тонких, потому что я фотографировала и показывала. Сейчас я вяжу 3 ряда лицевыми петлями в круговую. Потом реглан будем делать. О реглане я сказала, что мы будем делать удлиненную линию реглана. Поэтому у нас она будет, добавления будут в каждом четвертом ряду. Поэтому я вяжу сейчас 3 ряда. Итак, я провязала 3 ряда, и теперь вот смотрите, я буду делать регланные линии. Я не делаю никак не выделяю регланную линию, просто вот эта вот центральная петля, которая у меня идет здесь, от нее поднимаю одну лицевую петлю справа и одну лицевую петлю слева по одной петле. Вот таким вот образом цепляю маркер обратно. Вот после нее. Вот, и вяжу. В этом ряду я все 4 сделаю, то есть по вершинах вот этого. Здесь у меня обозначено маркерами. И в каждом четвертом ряду через 3 ряда я буду делать вот такие вот добавления. Ну, классический реглан, вот только через 3 ряда. Так, девчонки, вот смотрите, на этом этапе я сейчас буду делать, вот видите, на этом этапе вы меряете на себя. То, что еще тут нет вырезано горловину переда, это не страшно. Мы сейчас в данный момент будем делать азиатский росток. Вот смотрите, что вы сейчас меряете. Меряете на себя, вот, как бы то место, где вы хотите остановиться, где вы хотите отделить рукав от основного полотна. Вот. Это манекен, конечно, меньше по размеру, но я сейчас промерю в сантиметрах это все дело, сколько я провязала и сколько, ну, у меня размер не такой уж большой. Если у вас больше размер, то вы вяжете еще длиннее. Вот видите, если брать, да, больше размер, то оно прекрасно тут все ложится, садится. То есть это подразумевается большой размер, а манекен маленький, поэтому это все немножко не так выглядит. Вот сейчас я вам все промерю. Я просто хотела показать на манекене, как это сейчас в данном промежуточном этапе выглядит. Итак, я теперь вам промерю это все дело. Я сделала много спиц. Вот, кажется, что рукав у нас узкий, но на самом деле он не узкий. Он еще будут петли подреза, и еще будут петли с азиатского ростка уйдут на рукав. Если же вы хотите шире рукав,
вам нужно, конечно же, оставлять больше петель на рукав. Но если будет больший размер, то он, соответственно, увеличится, этот рукав. Значит, длина реглана у меня от лепестка сейчас 20 сантиметров составляет, а от горловины, вот вместе с горловиной все у меня сейчас 40 сантиметров. Вот. Ширина спинки и передние детали у нас на данный момент одинаково составляет 55 сантиметров у меня. Вот. И далее я вот уже прям отделила, далее я вяжу вот этот вот азиатский росток. Каким образом? Сейчас я все вам буду рассказывать. Значит, я отделила петли спинки. Петля регланная линии у меня ушла на рукав. Значит, сейчас я буду вязать поворотными рядами. Сейчас я вот повернула, вяжу изнаночный ряд. Здесь в этом как бы азиатском ростке сколько мы вяжем? Мы вяжем столько, вот отдельно только петли спинки, сколько мы хотим разницу вот между передней деталью и задней. Вот как по мне, вот смотрите, сейчас сантиметр, 5 сантиметров, на мое мнение, это мало. Вот хотя бы 6 или 7, даже вот такой вот, чтобы вырез был. Я не люблю, когда мне вырез давит на горло. Вот я хочу 7 сантиметров, вот эту разницу между спинкой и передней деталью. Поэтому заднюю деталь, азиатский росток вяжется таким образом. Мы на эти 7 сантиметров довязываем заднюю деталь. Сейчас я вяжу. Изнаночный ряд без изменений. Я также буду делать добавления, как бы регланные. Некоторые мастерицы этого не делают, некоторые делают. Вот я решила в этой модели сделать эти, как бы регланную линию продлить. Вот. А в следующей модели, если я буду вязать, я попробую ровно вязать. И вот по своим ощущениям потом вам скажу. Вот сейчас мне чисто визуально, мне вот ближе кажется, что все-таки нужно делать добавление, чтобы эта линия была плавно, переходила как бы в подрез. Вот, возможно, я ошибаюсь, но это так пока мои интуитивные как бы ощущения. Так, лицевой ряд у меня по плану здесь тоже регланная линия ушла сюда, а здесь у меня по плану добавление. Значит, я его делаю из петли предыдущего ряда, поднимаю и провязываю. И так я буду делать в каждом четвертом ряду, точно так же, как я делала через 4 ряда. Вот сейчас я сделаю, потом провяжу изнаночный ряд, лицевой и еще один изнаночный, потом снова сделаю. Таким образом, я бы сейчас довяжу до конца ряда. Так, в конце ряда, смотрите, я тоже перед кромочной и с лицевой петли предыдущего ряда поднимаю петельку. И все. Таким вот образом я вяжу. Смотрите, у меня только петли спинки. Все. Я вяжу только эти петли, при этом по бокам добавляю, продолжаю добавлять эту регланную, как бы, регланные добавления. Здесь у меня остались вот один рукав, передняя деталь и второй рукав. Я продолжаю вязать. Так, девчонки, у меня опять досъем. Ну вот не могу я без этого. Не могу и все. Вот куска видео нет. Куда делась, непонятно. То ли не снялось, то ли у меня через раз снимают видео. Ну, в общем, вязала я спинку. Вот если вот это вот у меня спинка, я вязала отдельно вот этот росток азиатский. 7 сантиметров.
Сколько рядов, девчонки? Даже не могу вам, сейчас я вам скажу даже сколько рядов. Вот он у меня, видите, 7 сантиметров. Вот важного такого куска нет. Вот как это возможно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 12, 13, 14, 15, 16. 16 рядов. Получается 16 рядов у меня здесь. 16 рядов. Вот, и потом... Вот как это? Ну как это? Мне придется этот азиатский росток снять отдельно в видео. Потом, короче, в общем, вы поймете там еще в процессе, что, в общем, вяжется эта часть отдельно и потом присоединяется к передней детали подрезом. Вот. И получается, что вот эти петли остаются открытыми, те 7 сантиметров, которые мы провязали. Девчонки, пишем в комментариях, доснять его подробно, этот азиатский росток, или вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Вот, пожалуйста, ответьте мне на вот этот вопрос, раз я уже такая бессовестная. Ну, как так можно? Я не знаю, может, у всех так получается иногда. Ну, в общем, сейчас... Я соединяю петли спинки и передние детали, при этом набираю петли подреза. Вот здесь у меня расчеты. Блин, и с расчетами. В общем, вот мои расчеты. Я сейчас вам попробую рассказать. Значит, я посчитала, по передней детали у меня 51 петля, по задней детали 56. У меня есть 107 сантиметров. И я добавляю, изначально я считала на 120 сантиметров, вот, и получается, что оно у меня расширилось, но 120 минус 107 равно 13 сантиметров мне нужно добавить в подрез, как я считала. Значит, в 10 сантиметрах у меня 18 петель. Значит, мне нужно 18 добавить, а в 3 сантиметрах 1,8 умножить на 3, это 24, 54, то есть плюс 5 петель мне нужно добавить. 18 плюс 5, это 23 петли, то есть добавляю я на подрез. По 11 делим на 2, по 11 петель мне нужно добавить с каждой стороны для подреза. Все, нужно снимать еще один азиатский росток. Ну, в общем, я сейчас соединяю, как при классическом реглане, вот эту часть мы просто оставляем открытой, а соединяем переднюю и заднюю деталь и добавляем петли подреза. И теперь еще второй подрез. Эти петли рукава я оставляю. Один. И все. И теперь я соединяю это все дело в круговое вязание. И вяжу тушку вниз. Тут уже можем мерить на себя. Очень все удобно при таком вязании. Померять. Рассчитать. По сути, вы начинаете одинаково, а потом просто вяжете вот на свой размер реглан, длину реглана на свой размер, потом корректируете ширину на свой размер, потом корректируете длину на свой размер. Вот и все. Вот такие простые вещи. Не нужны там сильно умные, заумные расчеты. Все, теперь я вяжу тушку, девчонки. Смотрите длину. Здесь смотрите, когда добираете петли, вот сейчас мне это пришло в голову, ну, хотя подгоняйте под, то есть должно число петель быть кратное той резинке, которую вы будете вязать. Вот я хочу вязать, закончить 2 на 1 резиночкой, потому что мне не нужно, я не хочу, чтобы было стянуто. Поэтому мне число петель должно быть кратно. Вот, а у меня оно не кратно, поэтому по кругу я уберу, у меня лишние 2 петли. Провязала 20 сантиметров, теперь перехожу на резинку.
Ой, 2 на 1. 2 у нас лицевые, а 1 изнаночная. Вот таким вот образом спицы не меняю. Потому что, опять же, потому как мне не нужно, чтобы резинка была стянута. Вот рукав я еще не знаю. Вот в процессе я еще подумаю, какой я захочу. То ли фонариком стянутый, то ли ровный, как бы не стянутый внизу тоже, как это. Не знаю, не знаю. У меня обычно все в процессе вырисовано. Необычно, по-разному бывает. Наврала я. Бывает, что я вещь вижу изначально, а бывает, что я ее рисую в процессе. Вот, и доделываю. В общем, вяжу 2 на 1 резиночкой. Так, закрыла петли, девчонки, и связала уже один рукав. Почему? Потому что мне нужно было его перепроверить. Потому что мне ж нужно и комментировать вам, и возможности. Вот второй рукав, первый, вернее, рукав. Все сидит, мне все нравится. Вот единственное, вот здесь вот чуть-чуть образовалась дырочка. Ну, что поделать. Ну, дырочку будем убирать. Сейчас мы с вами наберем петли. Я немного прокомментирую. Вы знаете, вот вроде бы как и все нормально, но все-таки вызывает у меня смутные сомнения мой большой азиатский росток. Да? Мне кажется, все-таки нужно его, не нужно его 7 сантиметров. Я хотела вот этот переход большой сделать, но все-таки, исходя из моего опыта, вернее, опыта-то никакого, это сейчас я вам говорю, не надо его такой большой делать, 4-5 сантиметров и достаточно. Вот тогда оно смотрится естественно. А вот 7 я уже, конечно, начудила. В общем, вам об этом говорю, девчонки, не надо так много, не надо. Значит, ниточку я беру в свои спицы. Вот. И здесь вот начинаю, так как продолжается, в общем, ну, по кругу. То есть не от начала ряда, а с конца ряда, чтобы оно максимально равномерно присоединилось. Значит, здесь я набираю, где у меня этот азиатский росток. Так, давайте я посчитаю, сколько у меня здесь петель. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27. 55 петель у меня вот здесь, вот в рукаве. Так, и я набираю петли вот здесь, вот из этих петель азиатского ростка я набираю, знаете как, из каждой кромочной. Вот как раз оно там хорошо и не растянуто, и хорошо улеглось. То есть немного я здесь добавляю. Еще что хотела сказать, вот так вот из петли, то есть не из кромочной, а прямо из петли, оно тогда не оставляет дырок. Чуть дальше набираю. У меня это будет много, у вас будет меньше. Не пугайтесь, девчонки, вот мой совет, это исходя из моего личного опыта вязания этого джемпера, вяжите меньше, хотя бы 5 сантиметров, а то и 4. Так, итак, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 8, 9 петель. И теперь из подреза. Так, вот здесь вот я набирала тоже, смотрите, одну дополнительную петлю. Вот так вот. Почему дырка? Ну, иначе бы была еще больше. Теперь смотрите, девчонки, если у вас все, ну, вас устраивает вот ширина рукава, сейчас я подождите, вам измерю, что у меня это сколько. Вот у меня ширина рукава 22 сантиметра, это 44 в окружности. Если вас устраивает, он достаточно широкий, ну, это я так задумала, вот такую вот, как бы, модельку, да, пышненького этого рукавчика, оно все такое, пышненький джемперочек.
Вот. Если вас устраивает, вы оставляете. Если не устраивает, мало не должно быть, это однозначно. Это так, логически я это... Может быть много, на ваш вкус может быть много, поэтому вот здесь вот потом можно в следующем ряду сократить несколько петель. Можно корректировать больше сокращения. Сейчас мы будем сокращать в каждом четвертом ряду, но по одной петле, сейчас я вам все покажу. А можно сокращать в каждом втором по одной петле, и рукав потом, скос этот получится более такой крутой. Вот можно, я же говорю, здесь вот сначала набрать, а в следующем ряду их сократить, эти петли в рукаве, допустим, 3-4, немного, много не нужно. Ну, хотя этот рукав очень широким не будет, только потому что при распределении, как бы после горловины, на рукав уходит 2 лепестка, а на переднюю деталь, заднюю, по 4, поэтому... Он изначально уже не задуман как бы большим. Поэтому, я думаю, нормально тут все. Но есть девчонки, которые не любят широкий рукав. Поэтому смотрите, смотрите уже потом. Уже по факту, да? Кто вяжет больший размер, либо кто вяжет обычный реглан, то тоже смотрите уже по факту, как бы... В моменте даже этих добавления подреза, вот этого всего, корректируйте. Так. Здесь вот теперь уже я привязываю вот эту ниточку. Так, я провязала 4 ряда. Три наврала, четвертый только начинаю. Вот смотрите, и здесь у меня дырочка образовалась. Ну ничего, мы ее там ликвидируем. Значит, вот маркер. Забыла, что хотела сказать. Значит, сокращать мы будем в каждом четвертом ряду. Я цепляю маркер, он, это дополнительная петля, значит, если вот передние детали, вот смотрите, где добавлены петли, у меня 5 петель от подреза, и 6-я, вот она дополнительная, вот, отступая 5 петель, ну, приблизительно в половине подреза, девчонки, ну да, середина рукава под мышкой, вот. И вот от маркера я буду сокращать. По одной петле, вернее, вот смотрите, сейчас я провязываю 2 петли вместе слева от маркера и вяжу сейчас 4 ряда, то есть это четвертый и еще 3 ряда вяжу. Да что ж такое, ну потяну ты, здесь у меня дырочка образована, все равно, даже если бы здесь взяла, все равно бы дырочка была. Ну да ладно, вот надо было 2 вместе, наверное, провязать. Так, сейчас я вяжу 4 ряда, то есть это до конца, и еще 3 ряда. Так, девчонки, 8 ряд, вот смотрите. То есть это 4 как бы, ну 8, в 4 мы добавили, в 4 мы добавили, и в 8. Теперь я сократили. Теперь я это делаю, провязываю 2 вместе перед маркером. То есть один раз мы вяжем 2 вместе после маркера, один раз перед маркером. И вот у нас сокращение, сейчас я вам как раз, у меня этот же рукав, получится более плавным, да. И вот видите, в шахматном таком порядке оно у меня расположено. В каждом четвертом ряду слева, справа, вот. И получается, что у нас плавный такой скос рукавчика. Я продолжаю прям сколько мне нужно длины. Так. Сейчас я вам скажу, сколько я провязала рукав. Тут, конечно, рукав у нас получается не таким уже длинным, потому что он у нас спущенный. Он, в принципе-то, идет от локтя. Сейчас у меня 32 сантиметра, и я перехожу на резинку. Рукав я сейчас покажу. Вязала резинкой 1х1 и закрывала иглой петлю. Вот такая вот резиночка получилась. Вот, и вязала я, что интересно, спицами
насущными, потому что вот рукав мне удобнее вязать насущными спицами. И 2,5, потому что у меня троечки нет, как на горловине, я взяла 2,5. Но оно особо и не отличается, так что ничего страшного не случилось. То есть я распределяю сейчас на 4 спицы и вяжу как носок манжет, сколько мне нужно. Так, и заключительный, девчонки, мой вердикт. Что хочу сказать по итогу, по финалу? Ничего не хочу сказать, все получилось классно. Вот сейчас увидите результат на мне, на меня он, понятное дело, большой, но тем не менее, даже и на мне он классный. Благодаря крою все скрывается, все теряется, особенно животики наши, которые у нас, беременность появляется у девочек в районе 50, которую уже потом никуда не денешь. Значит, что я делала? Я просто проутюжила слегонца, не стирала, пока ничего не делала, потому что мне его нужно отдать, а там хозяева пусть делают, что хотят. Может, это и неправильно, но я не успеваю. Вот, я промерила по итогу, что у меня получилось при моей плотности и при том количестве петель, которые я вязала. Значит, длина от горловины до конца рукава, общая длина 80 сантиметров, ширина рукава вверху 22 сантиметра, внизу 11 сантиметров, длина, общая длина 67 сантиметров и ширина 65 сантиметров. Вот такая вот, вот такие вот пироги. Вот. Ну все, девчонки, я с вами прощаюсь. Вяжите, не пожалеете. Вот удачная модель получилась. Вот крой удачный. Скорректировать, я думаю, вы сможете. Связать обычным регладом вы тоже сможете. Поэтому вяжем, девчонки. Все, я с вами прощаюсь. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока. Ну, еще лайк и комментарии. Еще дополнительно попрошу. Все, всем пока. Вот она, красота неописуемая. Смотрите. Я довольна работой, все классно. Очень круто получилось, девчонки. Очень круто, нежно, женственно. Единственное, удлиненный реглан. Не знаю, как его носить, ну, зимой. А вообще, ну, есть же такие модели курток, в которые это подойдет. Напишите, в которую свободно все вылезает.